Состояние ребенка остается тяжелым. Мальчик находится на искусственной вентиляции легких. В данный момент нетранспортабелен. Этот вопрос находится на контроле главы государства. Поручено сделать все необходимое. Все делается в интересах ребенка. В настоящее время в полном объеме проводится все необходимое, в том числе и хирургическое лечение. Налажен контакт с коллегами из Российской Федерации, ежедневно проводятся консилиумы, в том числе и расширенные, с участием ведущих российских специалистов. Есть положительная динамика, он стал более стабилен, есть положительные моменты в его состоянии. Ну, на это нацелена вся наша работа, весь комплекс мероприятий направлен на улучшение состояния пациента. 16-летний пациент, который был доставлен из Могилевской области недели раньше, также вертолетным транспортом, он также находится в отделении ожоговой реанимации. Его состояние также мы сейчас расцениваем как тяжелое, и он также находится на аппарате искусственной вентиляции легких, и ему тоже проводится все лечение в полном объеме. Делается тоже все необходимое.